пацаней. Спорт — это такое дело, что если ты этого не заслужишь, ты не будешь, не займешь самые высокие места. Видимо, мы тоже не до конца выкладывались на все 100, не работали, как должен был работать. Серию плей-офф с «Газпромом» этого года я могу сравнить с серией с «Сибирьком» 2012 года. Там есть много моментов похожих. Несмотря на то, что «Сибиряк» тогда был значительно сильнее нас, мы боролись, мы конкурировали, бились до конца, провели 5 игр и уступили им 3-2 в пятой игре. Они забили гол за 1,5 минуты до конца. Но это были настоящие бойцовские игры, мы показывали характер, не сдавались и бились до последнего, до талого.